Это мне город, я не впервые здесь. Мало того, я именно в этом зале выступала в 13 лет, меня пускали концерт. Честно, я не помню зал. И то это модернизированный. Но он сейчас шикарно выглядит и очень комфортное помещение, поэтому я очень люблю такое. Я очень люблю Харьков, я знаю, что отсюда очень много музыкантов, и даже один альбом у меня записан и написан совместно именно с харьковскими ребятами, альбом «Бас». Вот. Так что я горжусь Харьковом и безумно счастлива, что я сегодня приехала именно к вам. Хочу пожелать всем, конечно же, мира, счастья, вдохновения, чтобы жизнь приносила исключительно позитивные эмоции и чтобы всегда было ради чего жить. Спасибо.